Торжественным открытием сквера и памятника павшим за Родину после реконструкции отметили День города в Кубинке. Площадь вымостили контрастной тротуарной плиткой, провели озеленение территории, установили современные скамейки и урны, благоустроили тропинки и отреставрировали мемориал. С Днем города и открытием парковой зоны отдыха жители Кубинки поздравили почетные гости во главе с руководителем муниципалитета Андреем Ивановым. Вы все видите, как преобразилось это место. Очень важно, чтобы здесь проводили свое свободное время, гуляли и маленькие дети, и молодежь, и люди старшего поколения, ветераны, и мамочки с колясками. Тогда это общественное пространство, этот сквер будет оживать, а значит, будет оживать и историческая память. Жители Кубинки и гости праздника возложили цветы к вечному огню и почтили минуты молчания память воинов. Стелла павшим за Родину – не просто центр паркового пространства, а братская могила бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем, что на территории Одинцовского городского округа не просто проходили бои в годы Великой Отечественной войны, здесь проходила линия фронта. Сейчас новый этап мирового противостояния с нацизмом. Этот памятник нашим предкам, которые остановили и победили этот нацизм в далеком 45-м году. Кубинка наряду со многими другими городами региона, сыгравшими решающую роль в переломе Великой Отечественной войны в апреле текущего года, была удостоена почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Этот важный документ об этом важном, не побоюсь этого слова, историческом событии я хотел бы вручить руководителю территориального управления Кубинка Евгению Сергеевичу Степаненко. Мы с гордостью, значит, хотим сказать, что Кубинка заслуживает этого. Ветераны поддерживают меня. Вот сегодня нам вручили это памятный знак, что наградили нас этим почетным званием воинским. Впервые в Кубинке побывал командир малого ракетного корабля «Одинцова», капитан второго ранга Сергей Борисенко. Очень приятно участвовать в подобного рода мероприятиях, быть гостем в Одинцовском районе, непосредственно посетить не только сам город Одинцова, но и город воинской доблести, уже воинской доблести Кубинку. После торжественной части в честь 451-й годовщины Кубинки, ярмарка мастеров народных промыслов и концертная программа с участием творческих коллективов города и приглашенных гостей. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».